Что ж, спасибо, Дима. И в завершении выпуска очередная премьера. Новая серия скандального проекта Ольги Распономаревой «Пара ласковых». Когда сосед идет против соседа, когда строятся баррикады из ультиматумов и оскорблений, когда в обычном березняковском доме начинается настоящая гражданская война. Это программа «Пара ласковых». И сегодня мы отправляемся на собрание собственников 32-го дома на улице Мира, чтобы разобраться в этих вопросах. В этот раз, чтобы докопаться до правды, моя коллега Ольга Распономарева спустится в подвал одной из многоэтажек. Почему между жителями разгорелась настоящая война? Мексиканские страсти в коммунальной среде березняков увидите через пару мгновений в новой серии нашего проекта. Мы уже готовы сказать свои пару ласковых. Не пропустите эфир уже сегодня, сразу после выпуска новостей.